Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 687. С вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, то бишь Нефрит. Надеюсь, с третьего раза у меня все получилось. Ибо первый раз я забыл маникам включить, на второй раз я забыл вебку включить. Ну и на третий раз, думаю, у меня все получилось. Сегодня мы продолжаем прохождение Resident Evil Remake HD Remaster. Ну и, короче, погнали. Чё медлим-то? Так, песочное крыло, подсобка. Чё я там делал? Я уже даже не помню. А давайте, чтобы было веселее, мы включим фонарики. Опаньки, Новый год опять. Так. У меня есть батарейка. Так, у меня есть ядерный дуросил. Окей. Сейчас бы как Нести ногу мне сказал, я бы сказал бы, и чё, она сказала бы, и лук, и мешок. Но я бы ей в ответ, сиди и грызи. Сколько у меня всего интересного есть, я им даже не пользуюсь, да? Может, не можем выложить пока. Побегать с базукой. Чё бы нет. Гранатомет. Да, точно. Это не М79. Чё, у меня больше нет, что ли, взрывных патронов? Есть. А чё, их нельзя, сука, в одну пачку, что ли, сложить? Ну что за нахер? О, а тут запихивается, прикиньте, да, ребят? Уху-ху, ништяк. А я все думал по 6 патронов, как это. Как в оригинальном первом резе. Представляете, я уже 2 раза эту игру проходил. Нет, 2 раза за Джилл проходил, 1 раз за Криса. И я все делал по 6 патронов совал только. Думал, когда только потрачу, тогда и это. Трындец. Надо другие вставлять. А тут ни хрена себе. Блять, я не взял, да, его? Все, у меня боевая Джилл. Шук-шук. Так, о, мне же надо вертелку взять. Точно. Чё-чё, а я ее забыл. А сейчас бы пошел бы? И забыл. Ну, что теперь возвращаться? Где эта вертелка-то нахер? О, вертелка. Тогда ручка отремонтирована. Барри постарался. Боря постарался, наш Борька бабник. И Васька бабник. Тут все бабники. Все любят Джилл. Всегда думал, что Джилл замутит с Крисом. Но чё-то нихера у них не получилось. И они не замутили. Вот печаль была. Сколько вот тут спреев тоже валяется. Прям вообще. А мне сейчас, сука, зуб болит. Последний зуб мудрости, блядь, вылазит, и это пиздец, ребят. Меня он уже заебал. Я просто забыл уже об этой боли. Порезался этом профита. Да. Короче, беда. Достал он меня конкретно, честно скажу, ребят. Вот так как красиво переливается.
Ну что значит играть на максималочках? О, блядь, опять эти ползающие твари. Да ну нахер. Сука, это хоть без отравы было. Блять, чего-то не появились-то. Первый раз когда шли, вы помните, их не было. В оригинальном резе были. И, кстати, деревья были, кстати, в оригинальном резе. Какие-то березки. Вот это мне больше нравится, потому что было какое-то... Такая, так идешь такие. Думаешь, о! Кастр. Какие деревья-то родные все. Как будто по Руси матушке идешь. Не, ребят, ну скажите, с оригинальными звуками намного круче ведь, да? Чем со звуками из ремейка. Да, в ремейке тоже очень хорошая музыка, атмосферная. Даже местами есть, которые вот из оригинала, но обработаны. Но, блин... Ностальгия. Это просто... Это все, это пипец. Здесь вот все, мне казалось, березки были. Где мои березки? Я хочу березки. Бой последний, самый трудный, самый. Последний бой, он трудный, самый, да. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Блин. Че, я вспомнил, и печалька. Военные песни. Ничего, скоро 9 мая. Пройду с дедушком, с дедушкой бессмертным полку. Настинова, наверное, со мной пойдет опять. Мы с ней с 14 года вместе теперь ходим. Я там с паранком несу бессмертным полком. Ну, ребят, думаю, тоже, у кого есть дедушки, бабушки, кто не тыловики, кто воевал, кто погибли, да. Просто так, ну, взять транспарант и пройти с ним, это прям, мне кажется, это святое. И тому человеку, ну, вашему родственнику, намного приятно. Это он понимает, что об нем помнят. Блин, просто, ребята, это очень классно, думаю. Отдать память. Отдать должное. Вот мы, блядь, в этой пещерах этих где-то, сука. Хунтеры будут. Везде, на каждом углу. Хотя тут пещеры, блядь, это пиздец. По сравнению с оригиналом. Сейчас скажу, ребят, это трешачок. А давайте засейвимся все-таки здесь. Блядь, здесь, потому что... Да, и как видите, в оригинале здесь не было ящика. Сейчас он есть, да? Блять, вот эту хрень выложить уже нам больше не нужно. Ну и машинку. Фу, ленту, блядь. Блять. Сука, вы скомбинироваться ты что, не можете, что ли? Да и хуй с вами. Блять. Ну пока мне бояться вообще никого. Здесь зомбаков-то нету, блядь. Тут, блядь, не до зомбаков. Все, не травка? Блядь, это для пауков. Пусть лежит, мы будем знать, что здесь есть синяя травка. До Пуфяндрича. Заряд тоже хорошо. Большой валун блокирует путь, под ним видны следы крови. Ну, блять, короче, в боулинг тут поиграли. Как вы видите, отличается уже этот пещеры, видите, от оригинального реза.
Немножко. Давайте их скомбинируем. Вот так вот, все. Все шикарно. Так, блядь. Так, блядь. Вот тут тоже. Втулка-втулка. Вы же помните вот это место в оригинальном резе? Тут оно, по идее, намного сложнее. Потому что здесь оно как бы было, вот это место, но, блин, его сейчас нет. Так. Идем дальше. Тут немножко на паузу нажимал, надо было тут кое-что, кое-кому сказать, потому что отвлекали. Так, о, тут что-то лежит. Да, блин, нет, не надо, спасибо. Оставьте себе. На харде, да, это даже на норме, блядь, это вообще будет за милую душу. Надо было на норме, да, попроходить. Было бы поинтереснее. Тут вообще было для меня по выживанию. Уже я показал бы вам, что такое уже, блин, реально. Блядь, не туда пошел. Реально выживание. Ну, а то, что если на харде играть... Не, ребят, я... Я не такой задрот этой игры. Что, блядь, знать каждый обход, как обижать каждого зомбака, где чего убежать, блин, это просто... Это просто пипец, ребят. Когда вы сами это попробуете, вы поймете. Так, и там что-то опять мелькает. Опять патроны, что ли? Ну да. Ну когда ты понимаешь, что эти патроны, блядь... Что эти патроны, блядь, пистолетные, против хантеров вообще, против охотника, блядь, не выруливают. Ну, нет, конечно, можно, но... Здесь охотники, кстати, более туповатые, по сравнению с оригиналом. Это ты, Джилл? Этот голос Энрико? Да. Ты живой? Стой! С тобой есть кто-нибудь, Джилл? Нет. А что? Старс уничтожен. Среди нас предатель. Амбрелла подстроила все. Энрико! Предатель? Но кто? Ну, кто проходил оригинал, кто ремейк проходил, тот знает, кто предатель. Я ничего не расскажу. Я не буду спойлерить. А Энрико, да, это из отряда Альфа. Не, подождите, или мы из отряда Альфа, блин. Сука, я забыл. Короче, он из этого, из Зеро. По идее, первый рез выходил, потом второй, потом третий, потом... Потом... Кот Вероника. А вот брейки всякие. Потом вот как раз там в эти промежутки из Рои ремейк сделаны были. Ну да. Ты чё, блядь? Слушай, дробовик Ричарда... Чё, ты настолько крут, что ли, чтобы вас таких падал сносить? И, кстати, тут почему-то... Местность-то не такая, как в оригинальном-то. Мы бы справа должны были прийти. Да блин. Пойдемте крутить шпинтели-винтели. Тут с одного патрона решил помереть.
Пойми этих хунтеров. Who is Hunter? Так. Училка. Я, ребят, очкую, но я на всякий пожарный возьму эту синюю травку. Я, конечно, это не сильно так это, как сказать, так, бля, даже не знаю, как объяснить. Короче, я немного так подстраховываюсь, я так подсыкиваю немножко, чтобы, блядь, если вдруг что случится, я мог подлечиться. Блять, что-то я зарифмовал. Вот, так. Открываем дверку. За Криса здесь бы висело бы хорошее оружие. Под названием огнемет. Бля. Ну чё, раз, два, три. Вот еще немного бы, я тоже и здесь бы был бы Джилл Сэндвич. Короче, мы уже в третий раз чуть не стали Джилл Сэндвичем. И что же там интересное лежало? Сука, патрон для дробаша. Нет, мы на этот раз их пока не возьмем. Потому что мы еще кое-куда идем. Ух, ну что, ребят. Начинается веселье. Мамка. Как бы сейчас сказала бы на стену. Мамка вылезла. Вот она меня уронила. Это ребенка, да? Так, на мамке жопу оторвали. Вот точно мамка. Воу-воу-воу. А, так у меня даже не отравлен был. Ну, теперь отравлен, зашибись. Там еще падла вылез. И здесь ножа не лежит. Как вы видите, да? В оригинале бы здесь бы лежал бы ножик, который бы нам помог бы очистить двери. Да, и все патроны в хлам. Блять, у меня ножик был. Да. Ну да, мне патронов уже не жалко. Надо же куда-то их девать, блин. Надо же пошмалять куда-нибудь. Так, здесь нам сюда и надо. По идее.
Вот синяя травка есть. Чем мы ее сожрем? Вот здесь бы, по идее, была бы дверка. Но ее как бы сейчас нету. Здесь бы комната сохранения была бы. Но, как видите, ее здесь нет. Как я и говорю, ремейк полностью отличается от финала. Фу, от оригинала. Финала. От Final Fantasy, да. Чем из Final Fantasy? Блять, ну херню. Я говорю, чуть не пизданулся. Ладно. Надеюсь, тут есть все-таки невидимая стена. А то я пизданусь точно куда-нибудь. Крути еще. Еще. Но самое интересное, в оригинале она в правую сторону бы вращала, но тут в левую почему-то. Ничего не понимаю, ну пусть будет так. Блять. Четвертый раз мы чуть не стали Джилл сэндвичем. Вот вы представляете, ребят, четыре раза мы могли бы стать Джилл сэндвичем. Ну супер, мне нахрена еще ваше это? Диклофос. Не надо мне диклофос. Я думал, тут книга будет лежать. А книга у меня уже так собрана. Блять, или мод диск? Чему диск? Или что-нибудь вообще хорошее, полезное. Тут на тебе. Ну, тоже, конечно, полезное. Хотя дохера отмудохали. О да. Люблю эту штуку. Жил кружилка. Кружилка жил, давай. Нет, да, блин. Как вы помните эту загадку, но она тут, видите, по-другому немножко. Все как нужно. Нихера не вижу. Сейчас опять покрутит. Нас не покрутило. Тихо, до упора не задвигаем. Не-не-не. Все пиздец, накосячили, да? Нет, можем еще, да-да-да-да-да. Ох, блядь. Я уж думал, все опять накосячил. Та-дам! О, да, напоследок же надо крутануться. Крутимся за Джилл. Эту штуку надо с этой штукой соединить. А, да.
Теперь надо ее изучить. Сложить. Символы совпали. Сразу же все сделаем. Нет, 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 все, больше не надо, харе. Все, блять, идеально. Все, чики-брики и в дамки. Плюх, 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 плюх. Где бы здесь была бы еще дверь, которая бы вела наверх, а вверх бы вел уже в лабораторию. Но обломитесь, дорогие мои подписчики, поэтому, блядь, на то он и ремейк, чтобы, блядь, усложнить всю жизнь вообще игроку. Да, это, конечно, приятнее, это интереснее стало, более развито все, более открытое, как говорится, больше, более открытый мир стал. Но и более, вот, например, даже эти Crimson Head, вот, какие они проблемы составляют в сравнении с тем, что было. Вот даже тут Хантеры, говорю, тупее, блин, чем Кримсоны. Кримсон, да просто бешеный чувак на тебя летит с когтями. Все, это полный трэш, блин. Я первый раз увидел, я охерел. Ты кто такой? Что тебе надо от меня? Что тебе надо у меня дома? Вали отсюда. Ты чё, дурак? У меня есть два ножа, блядь. Зачем мне крутилка? Больше мне крутилка не нужна. Блядь, у меня две крутилки. Две крутилки для двух дырочек. Какой же я пошлый, а? Жил, тебе не надо две крутилки? Тебе понравилось, наверное. Блин, я задумался. Как бы Жил это понравилось. Ладно, ладно, не будем, не будем о пошлом все. Горячие кнопки. Нажать одну. Блять. Отлично. Чего не произошло? Так, блять, рукоятка. Опять неправильно стоит. А-а-а, вон что надо крутить. Все, дошло. Ребят, до меня дошло. Ведь я давно не проходил, поэтому все и позабыл. Вот он и подсказка. 4, 3, 2. 4, 2, 3, 1. Блин, нет. Мозгов не хватает на тут. Четыре. Два. Три. Один. Похоже, подача питания восстановлена. Всегда интересовался, что в оригинале тут такое могло бы быть. Сделано ведь место там такая. Но не было ничего. Потому что на оригинал не хватало вместимости для CD-носителей. Поэтому много чего было убрано. Джилл! Бэри? Слава богу, ты в порядке? Взаимно, Джилл. Я спустился сюда, услышав шум.
но я не ожидал оказаться в подобном месте. Как думаешь, что здесь внизу может быть? Есть только один способ выяснить. Какой способ выйти? Поехать вниз. Охренеть там. О, да. Белка что ползает. Что это еще за звук, черт возьми? Неужели человек? Угу. Джилл, сходи, проверь. Ну, конечно. Хватит с нас сюрпризов на сегодня. Я на всякий случай останусь и обеспечу путь для отступления. Хорошо. Все проверим. Берри, ты мужик ведь? Ты должен был сказать. Бля, я сейчас пойду морду начищу, ебала, набью ту херню. Ты нет, сука, сыканул, сыкло. Ты сыкло, Берри. Я останусь и обеспечу путь для отступления. Сыкло, Берри. Здесь есть сундук. Че у него в сундуке это сейчас? Ничего не надо. Сейчас мы это выложим. Кислотный дробовик. Дробовик. Блять, есть пистолет на победу. Сука, повеселимся. Возьму травку. Какую-нибудь, да. Что вдруг меня тут пизданет какой-нибудь черт. И такую травку. Все, я затарен, блядь. Я крутой, сука. Я с беретой, я всех уделаю нахер, всем пизда настала, блядь, я Джилл с беретой. Я Джилл с беретой, блядь, сука, Берри один нахер. Скна. Во, бля. Ща мы нахер всех уделаем с беретой. Бля, скна. Сука, нах. Ну, блять, опять эта кошмарная баба. Лиза. Ну, не люблю я тебя. Ну, чё здесь травки не лежит? А травка наверху лежит. Хера я брал траву. Она ползет за мной, смотрите. Сука, нах. Иди нахуй. Че там с ней? Из нее пиявки вылазили. А я тебя не боюсь, Чем тебя бояться-то? Зову-ка я эту часть «Тайные пещеры» с Джилл. Бля, кто неправильно прочитает, я не виноват, это вы извращенцы. Кто прочитает там «Тайные пещеры» у Джилл. А то да, тут у нее тут две рукоятки было. Но... я уже название части придумал. И тот, кто пошлый, это тот сам виноват, кто будет неправильно читать. Джилл, да, есть «Тайные пещеры». Да, тут может быть... многие же хотели проверить ее тайные пещеры. Но не судьба. Даже неизвестно, Крис это смог, нет. По-моему, Крис это тоже не смог. Так, ничего не получилось. А может и смог. Никто не рассказывал, вдул Крис жил или не вдул. Также мы не знаем, вдул ли Леня Эдди или Клэр. Короче, все покрыто мраком.
мракобесищенный везде кругом. Как Санта-Барбара, кто кому вдул? Да и сука, она не поверху пошла. Блять, да я тебя аж отпищу. Чё, сука, поебало мне надавать решил? Так круче что ли, блять? Ага, добить меня решила. Реально хотела добить. Да что ж такая живучая-то? Подеби. Так вот сразу бы. Конечно, всегда от нее убегал, но тут что-то решила по ней пострелять. У меня же пигль просто есть и все. У меня же Джилл крутая с беретой. Все, блядь, это не ебет. Он жил беретой и все. Бэри! Боря съебался. Боря тварь. Ну, мы об этом и так знали. Что насчет тот скотина? Предатель. Почему вот Лизе нельзя засунуть в харе вот этот трещотки наши? Шокер наш. Ну чё, первая часть Терминатора. Hasta la vista, ящик. Нет, не первая часть, конечно, как говорится. Ты ликвидирован. Всё. Короче, взяли, сломали нам этот огнемет. Джилл сама не могла разбить, блядь, так. Лучше бы огнемет этот взять бы и забрать, блин. А почему вот на этой штуке нельзя проехаться тупо? Почему вот на ней нельзя проехаться? Мне бы вот проехаться не помешало бы. Очень неплохо так. Ой, куда я побежал? На же и опять тудыть надо. Тудыть. Так и будем бегать, круги тут наматывать, блядь. Туда-сюда. Опять к нашей девке идем к этой. Лизе чумовой. Лиза, не унывай. Лиза, не улетай. Что там еще под... Так, чуть-чуть там осталось немного, Лиза. Но час расставания так близок. Лиза. Та-да-да-да-да. Чё-то я, блядь, глубина запел. Вообще охерел. Бежим, вставлять огнемет, сломанный, который уже никто не возьмет, даже welcome, даже он не возьмет. И на продажу, не на продажу и не купит ничего вообще. Скажет, нахер иди с этим. О, блядь. Культ был. Стол завален потрепанными куклами, горящими свечами. Сатанизмом. Сука, они тут вызывали вуду. Сатанюги. О, блядь, за мной змеи гонятся. Джилл, быстрее бежим. Ай, быстрее. А змеи, кстати, не вылазят из воды почему-то. Тупые змеи.
Клинок. Кинжал. Кинжал. Куча фотографий маленькой девочки. Отображаются различные этапы ее взросления. Так, должна быть штука. О! Штука. Каменное кольцо. Семейная фотография и заметки. Сзади что-то написано. 10 ноября 67. Вирус прародитель введен. Джессика, введенный вирус типа А, повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом отрицательно. Действие уничтожено. Лиза, введенный вирус тип Б, повышенная активность клеточной плазмы. Слияние с вирусом положительное, но с задержкой симбиоза. Изменение тела. Наблюдаются постоянные результаты. Статус продолжать наблюдение. Джордж, действие уничтожен. 30 ноября 67. Тут кем-то оставленный журнал. 14 ноября 67. После этих уколов у меня кружится голова. Не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Разве она могла бросить меня и сбежать одна? 15 ноября. Я нашла маму. Мы теперь вместе. Я очень счастлива. Она подделка. Не моя настоящая мама. Тоже лицо, но другая внутри. Нужно найти маму. Нужно вернуть маме лицо назад. Я забрала лицо мамы назад. Мама моя ничья больше. Я прикрепила ее лицо себе, так что она не уйдет. Потому что мама огорчилась, когда я встретила ее без ее лица. 17 ноября. Из коробки доносится запах мамы. Может, настоящая мама там? Каменная коробка тяжелая, стальной трос на пути. Из-за четырех камней я не могу увидеть маму. Да. Бедная девочка. Ну вот опять мне эта песня в башке заиграла. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Так, прям пара старых бочек. Содержимое похоже на воду. Ну и на синюю травку тоже не будем брать, нахер надо. Скажем дружно, нахрен нужно. Ну и как ни странно, видите, где мы вылезли в этом домике, в котором мы первый раз встретили Лизу. Ну и мы сейчас все уберем. Ненужное. Да, мы же крутаны. А, кстати, сразу же соединим. Пам-парам-п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 ам. А что, мне сейчас надо сейвилку. Сейвилка, походу, делаю вверху. Пойдемте засейвимся. Это чей это журнал? Папочку забрали первую, мамочку забрали вторую. Внутри красная и слизка. Белая и твердая. Ненастоящая мама. Где? Не знаю, где папа нашла маму опять, когда забрали. Маму она не двигается больше, она кричит. Почему? Просто хочу быть с ней. Мама где? Я скучаю по тебе. Старая. Ну, все. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright 987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. И по возможности вступайте в мою группу на
На, ссылка же у меня есть на моем канале в шляпе. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.